Авторский проект «Сияющая земля» испанского фотографа и журналиста Карлоса Фалгоса в этом году взял призовые места в нескольких международных конкурсах. Работа испанца посвящена Якутии и алмазодобывающей промышленности. Большинство фотографий сделано в Мирном, Айхале и Удачном в период с 2017 по 2019 год. Совершить поездку в Алмазный край и посетить главные производственные площадки фотографу из далекой Галисии помогла компания «Алроса». Свои работы Карлос представил в рамках фестиваля «Мирный поет о мире» в 2019 году. В сентябре этого года фоторепортаж из Якутии стал бронзовым призером международного конкурса в Москве. На итоговой выставке в столице представили фотографию вечернего Мирного с высоты птичьего полета. А в начале декабря фотоэссе Карлоса Фалгоса опубликовал немецкий журнал «Штерн». На развороте выпуска фото алмазной столицы, работа людей на рудниках и фабриках в суровых северных условиях. Особое впечатление на европейского фотографа произвели социальные объекты, которые поддерживает компания «Алроса». Фоторепортаж сопровождается статьей автора, приведенной изданием на немецкий язык.